Привет, зрители! Сегодня с нами в разгоне Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, скорее правильно назвать, но с названием этой марки у меня вечно трудности. То путаю буквы в наименовании, то неправильно произношу. Господи, как же сложно для отечественного уха, слуха, языка вот подобное наименование. Но, тем не менее, марка народом любима, поэтому сами мне предлагайте, как Hyundai называть более корректно, более удобно. Я же считаю, что не так важно, как называется, главное, как едет. И сегодня у нас дизельная версия, турбодизельная, 8 передач автомат, и это самый интересный, конечно же, набор, который может представить, потому что много передач — это всегда здорово, особенно когда это не робот, а автомат. Сразу теплота какая-то появляется, да, теплое, какое-то ламповое чувство. Но отмечу, что именно в момент, когда я занимаюсь рассказом про динамику этого автомобиля, получил одобрение двигатель 2.4 у Hyundai, поэтому скорее, я так понимаю, мы видим Tucson с мотором 2.4, 184 силы, поэтому этот 185-сильный дизель по-прежнему топовый. Разгон с одной педали, все включено, поехали. Прям почувствовали, как включилась турбина, максимальная тяга. Сперва так слегка-слегка, и тут хопа, и здорово выкручивается в 400. Автомобиль плавно, но споро набирает ход. Не то чтобы вбивало в спинку, но динамика присутствует. Вы увидели сейчас в правом углу, какая разгонное значение по обычному такому бытовому разгону, я называю его так. Ну а теперь с двух педалей наиболее интересный формат, потому что это то, что называется светофорная гонка, да. Никогда не стартуйте светофора с одной педали, всегда проиграете, ну либо с таким же персонажем. А так, посмотрим, случилось ли чудо, как с Turbo Tucson'ом, который в бензиновой итерации буквально рвет из-под колес и устремляется быстрее по стартам. Смотрим. В случае с дизельным вариантом чудо не произошло, по-прежнему автомобиль оказался не быстр. Конечно, не мотор 150 сил бензиновый, все-таки быстрее, но автомат скрадывает разгон. 9.8 вместо 9.5 по паспорту. В принципе, достичь паспортных показателей несложно, достаточно опорожнить топливный бак, и вот вам эти заветные секунды. Но по-прежнему отмечу, что разница на бумаге между реальным бензом на 1.6 и 2.0 дизелем намного больше, чем казалось бы, да, то есть фактически автомобили отличаются по динамике существенно. Ну а ездить мне понравилось больше на автомате. Вот так, вот такие вот субъективные ощущения. Смотрите трассу, там будет более подробный рассказ. А так, с Tucson'ом мы давно знакомы. До новых встреч, пока, дорогие зрители.